Итак, сегодня 1 сентября, начало бархатного сезона на побережье города Москвы. Мы идем на пляж. На пляже народу много, точно так же, как и было летом, ничего не изменилось. Сейчас мы придем и будем купаться и загорать. Вот все лежат, все лежат, все идут. Все лежат. Народу столько же, сколько и было. Клубная музыка. Супер. На высохшей желтой траве лежат люди. Играют в волейбол. Катаются на всяких аттракционах. Главное не получить мячом по голове.